Здравствуйте, меня зовут Настасья Самбурская, мне 31 год, я актриса театра на Малой Бровной. Представляете, сейчас в коридоре стояла, там девчонки судачат, говорят, сейчас роль через постель получить нельзя. Какая глупость, господи. Сядьте прямо, пожалуйста. Я не могу прямо, у меня левая сторона рабочая. Да вы что, я из актерской семьи, у меня вот мать с отцом, когда разводились, квартиру поделить не могли. Какую же мать комедию в суде закатила. Я вообще ваша фанатка, я все ваши рекламные ролики смотрела. Пропонос просто хит. Отец, когда в колодец провалился, его спасатели вынули, и так ему сказали: «Вот это ты, говорит, артист династии». Вы знаете, если вы мне не дадите эту роль, мне просто нечем будет кормить детей. У вас в анкете написано, что у вас нет детей. Да? Я просто люблю кормить чужих детей. Возьмите меня, пожалуйста, потому что все думают, что я шлюха. А меня после универа даже в шлюхи не берут. Простите, но это какая-то ошибка, потому что мне сказали, что здесь работают профессионалы. О, боже! Что с вами? Слушайте, мне просто всегда становится плохо, когда я разговариваю с непрофессионалами. Ой, я же себя вспрела. А можно водички, пожалуйста? Подниму, не гордая. Ой, как низко. Очень низко. Знаете что? А я вот сразу поняла, что у вас здесь шарашкины конторы, потому что не может в лифте висеть объявление на нормальный кастинг. Мне вообще что-то нужно такое с размахом. ТВЦ, например. ТВ3. Первый мистический. Не смешно. А я поняла. Я артхаус просто. Я не для всех. Я бы еще очень удивилась, если бы хоть что-то поняли. Видит Бог, я не хотела. Но порчу уже на вас.